Всего тебе хорошего. Thank you.
Беспомощные, назойливые насекомые, принадлежит мне. Освободите меня! Дарую вам легкую смерть. Пейте мою кровь и захлебнитесь ею! Что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим.
Отлично! Моя крона зойдет вашей погибелью. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть.
станет вашей погибелью. Освободите меня, и я дарую вам легкую смерть. Эту цену... Слабее! Я бы могла пойти постоять на кубе, охуенно, у меня на ДК на роге нет КД. Так надо ходить на выклик. Так я шпалом ходила. У меня только шаман без КД остался. Ебать, сейчас шаман есть? А, этот. Всё, я... Да ты ник поменяешь. Никогда. Не тебя с этим ушлёпочным ником? Мне этот ник не идёт. Вот тому чуваку ушёл этот ник, а тебе нет. Да, какой-то тебе нужен такой мужеский ник. Просто. Ну если вы бабок мне дадите на смену ника. Могу продать за голду. А чё там надо? Свиток или что там за хуйня? Ну типа подарком могу послать.
Если ты мне голды дашь. Сколько? Сейчас. Тебе только ник менять? Ну. А чё, сколько стоит такая хуйня? 3-10. Ты ебанулся, блин. Где я тебе столько возьму? Это еще дешево. Да, блядь, пизду, пускай вот что-то. Ну, я... Рефраки продают за 20 голды, алло, пацан. Чё за дури продают за 20 голды? Я смену этих, типа, рерасу продавал по 20, и нормально. Так, а ник меняется, блядь, что-то. Вообще хуйня. Не, ну, типа, 10 где-то. Да, вы охуели, нахуй это надо, блядь. Вот 10к голды мне накопите, дайте, блядь. Я дам тебе 10к, блядь, тогда да. Ха-ха, дать тебе 10к, что ты мне дал 10к? Да. Вот это поворот. Почему Медвей, он богатый? Ну, пускай Медвей, если захочет мне ник сменить, пускай он мне 10к дает. Ну, блядь, я чё, ебанутый, блядь, 10к на смену ника тратить. Мне похуй, какой там ник. Там в заметке подписано, что это Войд, блять, этого достаточно. Я нахилить не умею, да? Да я охуенно хилю, ты чё, не видел, как я хилю? Ну, вообще не, хилю я видел, как все. Лу балансил с лезвием и хвостом. Чисто не успеваю да. Захилить, потому что ещё другие хилы есть, и в итоге просто стою и хуярю босса. Сука, два тела лофнутые. Бля, я просто вспоминаю, какой пиздатый был хил на Пандарии. Холи был один, типа он и постал, и масхил. Пандарии, катаклизмы, это все параша для нубов, блядь, для офисного планктона, блядь. Вот 3-3-5 топовый аддон. Не, ну типа, блин, я ж ПВП шла к нему. Играет, да. Да хуйня, и ПВП там хуйня, и ПВЕ там хуйня, и вообще однокнопочные там все. Вот тут заебись, вот тут как... Как, блядь, играешь, так играешь, блядь. И билд меняешь, и всю хуйню меняешь. Я бы взял на катаклизм, если был бы нормальный катаклизм. Ну там, типа, в зависимости от сетапа, ты все равно таланты меняешь. Ну, на арене, типа, пока не началась, ты меняешь такой талант под свой сетап и сетап противника. А не ты знаю, что, знаешь сетап противника на арене? На Пандарии там показывают заранее. Блять, ну через свой банки не падают, что делать? Сука, самый долгий грул магик, блять. Стоят еще дрочат. А, зато если чешку поджал, я кайфую. Заебал с чешкой, а нахуй ты ее забрал, нихуя себе. В смысле? Сука, Роми забрал чешку и ливнул, и ты сейчас забрал и ливнешь, да? А чё я должен ливать? Блять, то что Роми ливнул, это вообще пиздец подстава. Да? Я хочу сейчас шуин сделать, потом ливнуть. Да не, нихуя. Слаб, янг. Блять, вот типа хочу там плотину сделать билд какой-то винти, но типа такая сижу и не понимаю, какой из этих ПВП, какой ПВ. Мне нужен билд на хупала нормально. Ну это финиш. Ну я, блядь, типа смотрю на нее на сайте. Ее талант, но бля. Я не понимаю, какой у нее ПВЕ, а какой ПВП. По талантам посмотри, там где есть. Где таланты, значит, ПВП. Что в талантах? Ну, там где есть деф таланты, значит, это ПВП, скорее всего. ПВЕ, деф-талант, когда ты видишь. Я и тут и там не вижу деф. Ну, я вообще впал. Ну, тогда у меня такой вопрос. Ну, типа, у меня тут есть в одном билде священная жертва и
помощь стража. А, походу я поняла, какой из этих PvP билд. А ты сегодня кем будешь, ты шаманом или варом? Да, блять, варом. Мне печеньки нужны еще. С этой хуйней. Фу, выпили. Чем? У меня 20 лишних РПП, избавиться от них нужно 20 более, блядь. А там же вроде говорили, что Роми вернется. Что не вернется, в концами улетел. Я хуй знаю. Вообще без понятия. А че он хотел? Обиделся, что ли, вот? Меня честера понизил, когда он там пьяный был. В принципе, понял, честер вечно. Он в адеквате, по-моему, вообще не заходит. РЛ сдох в луже, блять, на магии не надо. В обычке? Короче, да? Угу. Я вообще не знаю, как ему умереть, может там стоишь АФК и хилом. Он на кубе, стоял, блядь, и он сдох, нахуй. Пишет БР, блядь. Ладно, я пошел. Я им бы пойти пробнуть РБК потанчить. Забал. Обрыгаешься. Далее. Берешь, кидаешь клятву, кидаешь щит, прожимаешь блок и вперед. Сейчас буду рейд вайпать, сука. Thank you.
Сука, бля. Нихуя себе, я неплохо танчу. Чё, крабов, что ли? Накусь на крови. Пиво пьем, пьем, пьем. Косяки для продаем. 15 баксов, чувачок. Гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даем в долг, в долг, в долг. Сука, лута боссами.